Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрейс и... Фрейс, всем привет. А на самом деле с вами Сквитор и Фрейс, оригинальный. Да. Ну вот, сегодня в гостях у Фрейза, еще раз Фрейса. Да, вот, в моем городе Фрейзвуд. Да, и сегодня мы запишем в его городе... Жилой дом в стиле модерн. Да, жилой дом в стиле модерн. Я уже посмотрел, довольно-таки прикольный дом получился. Ну вот, давайте же подлетим к нему. Все, давай, да, вот у меня здесь такие три цветочки. Это у меня мигрени европейский, так называется. Радужные дома. Да не, ну просто, ну европейские такие. Ну вот, домики. Вот эти дома вот. Эти два дома. Ну давай ты будешь рассказывать о стиле, потому что ты строил, в общем-то. Ну да, у меня что-то плохо все прокружается. Почему-то у меня все пусто, блин. У меня все в пустоте. Может, это из-за серваток? Да не знаю, бывает такое. Если столько чанков там стоит. Так, а ты где? Я тут. Блин, у меня дома половины нет. Ладно, так, вот такой дом в стиле модерн. Это у нас семиэтажка. И здесь три вида квартиры. Пошли внутрь. Давай. Ну что, тут такие узоры из кварца. Ну прикольно, смотрится со стороны. Так, ну такой подъезд. Вот обычно. И заходим. И здесь у меня опять ничего не погрузилось. У тебя погружается? У меня все нормально. Ну это, наверное, потому что ты 16 чанков. Видишь вот эту кнопочку? Домофон, что ли? Нажми на нее. Сейчас я лучше звуки включу, потому что это подозрительно. Так. Ну ладно. На, так и знал. Это звонок. Сейчас звуки выключим. Вот. Это звонок, да? Угу. Да, звоночек. Так, это у нас трехкомнатная квартира. Вот это у нас зал с большим телеком. Его можно посидеть, коврик такой. Поиграть. Опа. На консоли. Ну, да, в плойку поиграть. Это у нас такая большая кухня с большим столом. Ну и так можно посидеть просто. Ну, холодильник, часы, полочки, дополнительная раковина. Ну, все как надо. Даже есть вот такой маленький телек. Угу. Холодильник с телеком. Да. Так, пройдем сюда. Это вот такая комната. Ну, например, детская, да? Угу. Дополнительное освещение, лампа. Здесь тоже лампа, рабочий стол и балкончик даже здесь есть. Угу. Вот так. И пойдем дальше. Давай. Так, ну это ванная комната. Унитаз. И... ванна. И вот так я люблю делать стиральные машинки. Пусть машина долго служит. Да, колгон. Ну и раковина, зеркало, экран. Ну понятно. Пошли дальше. Ну это уже большая спальня. Большая спальня? О, компа жалко нету. Да. Ну, вот так вот. Это у нас трехкомнатная квартира. Выходи. Остальные такие же или какие-то другие? Нет, у меня три планировки разные. Ну, опять звонок. Тук. Так, это у нас студия. А, ну, такая же кухня, стол, а здесь рабочий стол, диванчик такой, маленький коврик, телек, двойное спальное место. Здесь ванная, а там унитаз, туалет. Понятно. Это, скорее всего, уже не студия, ну, а как уже однокомнатная квартира просто. Ну да, это однокомнатная, можно так сказать. Ну, я ее объединил, получилось, как студия. А вот сейчас мы реально в студии будем. Короче, звоним в дверь и идем. Вот это реально студия. Да, вот это уже полноценная студия. Да, ну и здесь балкончик есть. Балкончик, кроватки тут у нас. И в том прикол, что я здесь расположил окна все симметрично. Ну, чтобы было красиво и в едином стиле, и не под... ну, и можно подумать, в Майнкрафте же всегда все квартиры одинаковые, если делать, ну, окна там, все дела. А вот нет, просто такая обманочка получилась. Давай, входи. Ну, и получается, здесь все такие ну, разные квартиры. Да. Че, пошли, давай на сам верх заберемся, посмотрим вид сверху. Угу. Тюрюх. Так, вот седьмой этаж, самый последний. Блин, не могу пройти, а все. Так, сейчас. Вон, школа. Что-то у меня там она не прогрузилась, блин. Нормально. Ну и пошли на балкон, кстати, зайдем. Посмотрим оттуда. Да, посмотрим с балкона вид. Здесь у нас 17-этажки, и там у нас должно быть видно мост. Да, вон я его вижу немножко. А я не вижу. И центр. Только станцию метро вижу.
Да? Ну ладно, пошли дальше. И здесь у меня есть кое-какая секреточка. Если кто-нибудь заметил, мне здесь нету на последнем этаже выход на чердак. На крышу. Угу. И сейчас увидите Фокс. Давай падаем вниз. Эй, привет. Привет, брат. Да, привет. Привет, Фрейс. Фрейс, привет, да, привет. Так, выходим на улицу. Так, куда? А, вспомнил. Летим сюда. И видите, ну, такой у нас узор декоративный, да? Да. Но здесь есть такая штука. Берем рычаг, ставим его сюда, нажимаем. И такой проход открывается. Секретный проход. И это у нас выход на крышу. На случай зомби-апокалипсиса. Так, секреточка. Ну вот мы на крыше. На крышу зодчики такие. И факела тут. Ага, точно. Так, что у нас еще есть? Ну, в принципе, такая у нас крыша стандартная, я так понимаю, да, Фрейс? Ну, обыкновенная крыша. Так, и это были все обновления или что-то еще такое же записать? Ну, это все. Ну, тогда можно уже прощаться. Ну что же, с вами был Скритор. И Фрейс, всем удачи и всем пока.